Добрый день, дамы и господа. Ну что, видите, вот сачкуют, лежат два профессора, строители. Не дают выпить мужикам, не дают закусить. Закусить. Ребята, на улице вроде зима, вы отдыхаете тут, ковыряетесь. Мы загораем. Вот так вот. Выбирайте выражение. Вы работаете на повышенной высотности. Вы расписались в моем журнале по технике безопасности? В моем журнале по технике безопасности. В вашем журнале? Да. Мы не расписались. Не расписались. Да, все, надбавочку письмо. Не будет вам. Премию мы лишим. Восьмерочку вам сегодня не будем ставить. Все правильно. Так, ребята, это государственный контролирующий орган. Пришел проверять, как вы выполняете работы. Срок ли? Пришел получить дубинкой. Дубинкой по спине и по шее. Ну что ж, я вижу, что все нормально. Крыша делается, все прекрасно. Господа позагорали. Мы готовим подышали. Обрешетку под металлошифер оцинкованный. Толщина 0,5. Не сильно, не шикарная, но и не круто. Отлично. 0,5, нормально. Будет выглядеть красиво. Да. Гарантирую. Отлично, шикарно. У меня знакомый 0,3 купил на крыше. Пожалею. Мы 0,5. Лучше 2 по 0,5. Или 3 по 50. Это знакомая, любимая нам цифра. Фраза. Мы казнокрады любим. 3 по 50 после рабочего дня. Ровно рабочий день, чтобы не нарушать трудовое законодательство. В 17.00 прозвенел звоночек. Мы закрываем компьютер, ноутбук, сворачиваем и достаем чарочки, коньячку и домой. Все, будьте здоровы. Недостаток.